Здравствуйте, зрители моего канала, и сегодня вы узнаете, как сделать полусферу. Такой метод работы называется холодная ковка. Но перед этим я расскажу, где применяется данный метод и для чего она нужна. Полусфера используется для изготовления умбона, лат и нормандских шлемов. Умбон – это металлическая и полусферическая или коническая формы, размещенная посередине щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих ударов. Под умбоном часто находится ручка, за которой держит воин щит. В латных доспехах нет плоских мест, чтобы холодное оружие могло скользить по доспеху. Нам понадобится металлический цилиндр и старая советская гантель 500 грамм. Материал: лист металла 1 миллиметр. Ставите металл на цилиндр, находите центр и бьете от центра до краев. От центра до краев, от центра до краев. И так с каждым разом.